Всем привет, ребята! Всем привет, с вами я, тренерский юнитер Андрей. Ладно, я пошутил. На самом деле, я Васёк Ок, и сегодня я вам покажу то место, куда я устроился работать. Это пчелиная ферма. Теперь я пчеловод, пасечник, или как там еще можно меня называть. Но не тот Ленин пасечник, который в Луганске сидит, а просто обычный пасечник, который следит за пчелами, собирает мед и тому подобное. И сегодня я вам покажу свою работу. Да, работа довольно-таки опасная, но я вам ее покажу. Да. Так, вот, в принципе, это и моя работа. Пчелы, за пчелами следить. Кстати, дайте я вам, в принципе, продемонстрирую один день моей работы. Так. Значит, давайте для начала возьмем это. Вот это. И сейчас я из креативки просто все поберу, чтобы быстрее было. А так-то, в принципе-то, это надо все делать в изыграни. Вот так, да. Вот мы взяли. 2000 years later. Запиздилось все что. Собираем еду. На меня напали пчелы. Иди нахуй. Какого хуя? Отвалить от меня. Опять 25. Что с ними не так? Иди нахуй, там еще и топливник досидит. Пидорас. Ебат. Одним враги нахуй. Иди в пизду. Нифига себе, блядь. Паркурщик Вася не умеет ничего. Паркурщик, а, блядь, в пещерах нахуй там еще зомби еще сидят. Пацану его нахуй, блядь. Ну его нахуй, ваше выживание, скажу я вам по секрету. Все. Креативка это все. Блядь. Ебаную яму, блядь. Креативка, это моя жизнь. Креативка. A few moments later. А, все лагает. Пиздец. Ну, конечно, блин. Хрень, это все. Скажу я вам. Телефон лагает. Запись сбивается. Все кусается. Просто такой вот денег у нас произошел с вами. Ладно, надо посмотреть сундук свой. Картошка у меня, морковка, пустые пузырьки, я сказал. И мед. И бомбили пусть тоже лежит. А, и сегодня вообще нет. Все. 8:01 PM. Берешь макароны. 12:00 PM. Ладно, друзья. Всем спасибо за просмотры. Извиняюсь за хреновое качество видео. А с вами был Васёк, пчеловод. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока. Салям алейкум.